За Александру Вязникову золотое перо! Меня тебе нужна статья, чтобы все наверху 10 раз подумали, влезать ли им в это дело, да? Вот за это я тебя люблю. Это портал журналистских расследований. Девушка, покиньте место преступления. Бережной разрешил. Саша, привет. Ничем не могу помочь, инфа ноль. Шура! Тебе кто-то разрешал это делать? Ухожу! Позвоню за подробностями. А это кто? На юрфаке вместе учились. Беременность первая? Да. А если нет? На раздумье эти недели. Там какого-то начальника главка нашли застреленным в своей квартире. Бросай все и бегом туда. Что, кроме меня поехать некому? Кроме тебя на место преступления никого не пустят. Совершенно другой. Был честным ментом и жил на одну зарплату. Только где ты хранил кучу наворованных бабок, которые теперь разыскивает весь главк? Ты ведь должна была знать все его конспиративные квартиры. Каков обычно радиус чекина? 500 метров. Это вышло через 4 минуты после нас. Особые приметы есть? Ничего не хочешь сообщить следствию?